like a Hellcat. Всем привет! По информации итальянских СМИ, туринский Ювентус договорился с московским Локомотивом о первоочередной покупке Алексея Мирончука летом 2022 года. Якобы Ювентусу очень понравилась игра Мирончука. Напомним, что он забил дважды и в гостях, и дома туринскому Ювентусу. И Ювентус собирается его выкупить летом 2020 года. Вот. Мое мнение на этот счет, то, что как бы, ну, Ювентус — это слишком круто для Мирончука. Пока в данный момент. Да, он отличный футболист, он техничный футболист, один из лучших футболистов у нас в России. Но сейчас Ювентус — это просто бомба, а не команда. Там можно ставить два Ювентуса, просто выставлять два Ювентуса на групповой этап Лиги Чемпионов, и оба этих Ювентуса выйдут. Потому что там просто космический состав. Посмотрите на их полузащиту, да вообще на все линии. Вот. Это топовый клуб. Единственный, конечно, вариант, то, что Ювентус его покупает летом 2020 года и отдает в аренду. Как бы, почему это самый отличный вариант? То есть Мирончук будет видеть и понимать, что он может играть в Ювентусе. У него будет цель к ней стремиться, он уже будет прям в полуметре от нее. Он будет играть уже в топовой европейской лиге. Вот. Но как бы немножко уровнем чуть-чуть пониже. То есть как бы набираться опыта. А так, мне кажется, отличный вариант был бы для него Наполи либо Милан. То есть 1-2 годика поиграть, потом уже, да, посмотреть, как почувствовать свои силы. Можешь, не можешь, потянешь, не потянешь, как говорится. Вот. Но также по информации, Мирончуком интересуется Атлетико, Манчестер Юнайтед и Зенит. Главное, чтобы не Зенит. А как вы думаете, куда перейдет Мирончук? Поставьте лайк, спасибо. Like a Hellcat.